решили, что церковь будет подходящим местом. Бумажные салфетки есть? Конечно. Только не в центр. Смотрится жутко. А, извините, конечно. А это что? Школьные поделки. Дети делали. Это неуместно. Фаворит международных кинофестивалей. Я не уверена, что все это выдержу. Вас все устраивает? Здесь светло, и Иисус наблюдает. Отлично. Ричард, Линда, это Джей и Гейл Перри. Как вы? Нормально. Спасибо. Спасибо, что решились сюда приехать. Надеюсь, к концу этой встречи вы все сможете сказать, это было верное решение. Мы хотим выслушать вас и хотим излечиться. Что вы хотите узнать? Я хочу знать все. Зачем? Зачем мне знать о вашем сыне, потому что он убил моего? Откуда мне начать? Откуда хотите? Я могу рассказать все. Но даже я не знаю всей правды. Каким бы специалистом мы ни обращались за помощью, решение всегда приходилось принимать нам твоим. Вы жалеете о чем-нибудь? Случилось худшее. Поступи я в чем-то иначе, и этого можно было избежать. Я жалею обо всем. Мы считали себя хорошими родителями. Мы всегда любили своих детей. Как так получилось? Что я сделала не так? Ведь я воспитала убийцу. Я знаю, что случилось. Нет! Вы не знаете, как умер мой сын! Вы ничего не знаете! Я знаю! Исповедь.